В Иванове появилась Федерация экстремальных видов спорта. Основная функция новой организации – не только объединение представителей экстремальных любительских видов спорта, но и помощь спортсменам в проведении соревнований и чемпионатов, в том числе и межрегиональных. Представители Федерации ждут предложений от экстремалов и надеются, что число членов организации будет увеличиваться. На данном этапе каждый, кто занимается этим, он будет входить в состав федерации как участник этой федерации, будет членский взнос на проведение дальнейших мероприятий. Те, кто еще не состоят в этой федерации, они в любой момент могут в нее вступить и быть ее участником. Федерация станет связующим звеном между экстремалами и представителями власти. Спортсмены рассчитывают, что развитие в регионе паркура, скейтбординга, бокинга и страйкбола выйдет на новый уровень. Мы, в свою очередь, будем вам помогать в проведении соревнований, тренировок, конечно, по мере возможности, так как мы видим, что ваши запросы и успехи каждый раз растут, мы этому очень рады. Хочется надеяться, что у нас получится хорошее взаимодействие. Ко дню молодежи в Иванове официально откроют первый городской скейт-парк. Под руководством опытных инструкторов спортсмены старше 14 лет смогут оттачивать свое мастерство на специальной площадке. Но к пробным тренировкам роллеры и скейтбордисты приступили уже сейчас. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.